Дорогие друзья, всем доброго времени суток. Лига чемпионов бизнеса на ваших экранах, и это юбилейный 10-й сезон. Третья неделя, если я не ошибаюсь, уже у нас Counter-Strike, поэтому с каждой недели, конечно же, матчи все интереснее и интереснее. Ну и давайте я вам сначала расскажу, что Лига чемпионов бизнеса — это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное событие, которое развивается успешно с 2010 года. А киберспортивный чемпионат ЛЧБ появился с 2018 года. То есть уже практически 5 лет сражаются команды в разных видах, в разных дисциплинах: CSGO, Dota, LoL, мир танков и многое-многое другое. И за все это время было проведено 9 сезонов Лиги чемпионов бизнеса по командам и индивидуальным дисциплинам, в которых принимали участие игроки из 16 стран мира, между прочим. И также свыше 130 компаний из более чем 45 субъектов Российской Федерации. А все начиналось всего лишь с московских компаний. И вот видите, как наш турнир разросся. В итоге сегодня 10-й сезон у нас юбилейный, так что турнир обретает огромные, ребята, огромные масштабы, да. Ну и, конечно же, у нас есть спонсор у Лиги чемпионов бизнеса. Генеральный партнер является, конечно же, компания Лани, друзья. Вот она на ваших экранах. А, собственно, группа IT-компании Lanit, ребята, как лидер отрасли информационных технологий в России, продолжает драйвить корпоративный киберспорт как внутри своей компании, так и на внешних площадках. И Lanit в этом сезоне, в юбилейном 10-м сезоне, сделал для Лиги чемпионов бизнеса очень классный подарок. А именно, увеличил призовой фонд до 1,5 миллиона рублей. И теперь могут награждаться не только участники команды Золотой Лиги, но и Серебряной Лиги. Поэтому Lanit огромное спасибо. Классная компания, можете к ней присоединяться. Ну а у нас скоро уже матчи стартуют, совсем скоро. Значит, первая на сегодня встреча будет у нас, собственно, Тинькофф против РТК IT eSports. Это компания. А команда называется у Тинькофф Zoners Gods, то есть боги Зонера. Вот. Против РТК IT eSports, да. Название команды у компании такое же, поэтому... Ой, извиняюсь, ребят, это матч в 15:30. Сейчас у нас будет матч Marvel Logistics против Тинькофф. Да, я немножко перепутал тут в расписании. Marvel Logistics против Zoners Gods. Вот, это первый матч, ну и второй, который я вам до этого назвал, поэтому совсем скоро мы начнем, пока уходим на небольшую музыкальную паузу, друзья. Sneakers, all the boys wanna picture. Foreign cars, I make rich, so
Ну что, друзья, переносимся мы уже с вами в игру. Сейчас только осталось подключить нам худ. Это дело буквально одной секундочки. Так. Сейчас сделаем, друзья. Раз и два. Готово. Отлично. Ну что ж, музыку я немного потише сделаю. Думаю, так говорить будет поудобнее.
Ну что мы можем сказать про команды, дорогие друзья? Marvel Logistic против Zoners Gods. Вот так, такой вот у нас матчап интересный получается. Да, боги Зонера против Marvel Logistic. Так, ну, во-первых, хочется отметить, что у нас сейчас группа C идет. Сегодня я в этой группе работаю. Два матча комментирую для вас. Ну и как раз-таки Zoners Gods у нас будут в двух матчах сразу. Состав у них очень серьезный. Здесь, собственно, играют 4 десятых уровня Faceit и 1 третий уровень. Собственно, давайте познакомимся немного с никами. Собственно, играет за команду Тинькофф сейчас, если я не ошибаюсь, Ран. Да, вроде бы все верно. Играет Ран, значит, Пижамас, Пиксель. Пижамас Биг, попрошу заметить. Пиксель играет, значит, Котару. И также Ян и Кэс. Вот такие вот замечательные у нас ники. За команду Marvel Logistic выступают, ребят, следующие. Слайд. Каддафи. Дон Кихот. Шатист. И также Никита. Вот такие вот никнеймы, ребят. На бумаге фавориты здесь Тинькофф, конечно же. Компания и команда Zoners Gods. Если не ошибаюсь, это второй состав компании Тинькофф. Да, вторая команда Тинькофф Банка. А в 22 году в обоих сезонах она заняла 4 место в Золотой Лиге ЛЧБ. Так что команда серьезная. Первый состав тоже очень классный у Тинькофф. Я его комментировал на прошлой неделе. Ну и, конечно, в бумаге они выглядят серьезнее. За команду Marvel Logistic играют ребята чуть-чуть послабее, но тут тоже есть хорошие игроки. Вот, например, у Слайда 9 уровень Фейс, у Шатиста 8, у остальных 4, 5, 7. То есть они могут навязать борьбу. Карты у нас, кстати, я по пикам с вами не прошелся. Нюк у нас пикнули. Нюк пикнули, получается, Zoners Gods, да. Marvel Logistic себе Инферно взяли. И Вертига на Десайдер. Не знаю, будет ли здесь Десайдер, но Нюк и Инферно мы с вами точно глянем. Интересные карты довольно-таки. Ну и давайте я немножко врублю звука, так скажем. Оп. Готово. Скоро начинаем, друзья. Интересный день сегодня, на самом деле. Два матча с командой Zoners Gods. Ну и, возможно, есть небольшой шанс, что еще я какой-нибудь матч гляну. Если тут все быстро закончится, что-то там перенесут. Может быть, еще глянем какой-нибудь третье BL3, условно. Посмотрим. Должно быть, в общем-то, круто. Интервьюшки с ними пособираем. И, надеюсь, посмотрим классный КС. Tyreek, I'm deep. Watch me, I'm saucing, I be sweet. You gon' see the peak.
We here off the rip and we ain't sharing, we just caring. Let me speak it to the manager. We damage you, no, you ain't necessarily amateur. I'm ready, the competition is standing up. They fanning from left to right, cause now they branded us. Now who that is? Mike Jones, they ain't want me now. They all on me, got counterfeits trying to play me. I guess they thinking I'm Sony. These big head dummies showing up and out of the air. Давайте посмотрим, все ли игроки на сервере у нас. Одного не хватает. К сожалению, не хватает одного у команды Marvel Logistic. И Слайд не зашел на сервер. Матч отменился, у меня написано на Faceit. Интересно. Интересно. Видимо, новое лобби пересоздадут. Так что не прощаюсь с вами, пока уходим на заглушечку, ребят. Ooh.
Друзья, произошел рестарт сервера, все нормально, у нас скоро начинается игра с вами, поэтому не переживайте, но вот получилась задержка у нас такая на 25 минут, к сожалению, ну сейчас посмотрим, КС это самое главное. Алло, Горбуньков, ёпта, я на дипиз... А, он тут уже не пиз. Вот это у нас начало, ребят. Алло, Горбуньков. Так, я, наверное, лучше приму чуть чат, а то у нас там всякие плохие словечки могут получиться. Ребят, ножи. Вы сами видели, все на экранах. Зонер Готс вылили их, кажется. А, нет, у нас команды, кажется, неправильно расположены, да? Да, надо их свапнуть. Оп, готово. Все, вроде как все на своих местах. Отлично, поехали. Давайте посмотрим. А, снова поменялись. Понял. Вот, теперь на своих местах, друзья. Поехали, Zoners Gods начинают в атаке. На карте Данюк. На самом деле, это ориентированная карта на ваших экранах здесь. Именно за сторону дефенса чаще всего берут раунды, большинство. Но Zoners Gods так не считают. Врывается Ян из CS на апленд, дает 2 минуса, также вырубает в мейн еще двоих. И это практически эйс, ребята. Никита остается последний. Один против четверых, и здесь его Катара уже сбривает. 1-0 за стороной атаки у нас. Вот такое вот интересное начало. И летим сразу же во второй раунд. Это форсик. Marvel Logistic решают рискнуть. Закупились пистолетами. Ну и здесь пока небольшой холд от атаки. Жамас смотрит по джим радио. Два его тиммейта проверяют по джим будке. Ну и, кстати, находят Дон Кихота. А здесь со скрипа ворвался Никита. Тоже его наказали. Погибает за старым. Последний шатист, и это 2-0. С выходом на экономический от команды Marvel Logistic. Опа, сейвидов берет пижамас. Ничего себе. Вот это грозное оружие на самом деле. С фрага... От дробовика дается 900 долларов, и, насколько я помню, может быть 1100. Вроде сейвидов у 900. Давайте посмотрим, если будет фраг вдруг от пижамы сбига, сколько у него денег в итоге будет на счету. Пока что 2 минуса от Zoners Gods, ну и тут 2 размена от Marvel Logistic. Напомню я вам, что они с пистолетами играют, и конечно же им в разы сложнее здесь обороняться. Хорошему 3-0 должно быть, но тут, смотрите, что происходит. Пижама сбик режет. Режет слайда, ничего себе. Не использует сейвидов свой. Но за фраг с ножа дается 1500 долларов. Сразу у нас вот такой хайлайтик в секрете произошел. Нормально. Так, а у нас X-Ray автоматически, да, стоит? Ой-ой-ой. Разменчика пижама сбига. Вот это он деньжат зафармил, конечно. Подождите, сложно посчитать. 3250 за победу в раунде, если не ошибаюсь. Получается, сколько? Ну, около 5700 долларов. Плюс фраги с сейвидофа.
Я думаю, по 900 баксов все-таки. Сложно посчитать, потому что еще закуп произошел у пижама с бига. Как-то все слишком быстро. У нас уже первый бай с вами, кстати. Первый бай, в котором ставится пачка на Б от пижама с бига, просто мимо всех проходит. Довольно нагло, но стратегия рабочая. Я на CKS забираю, значит, двоих со скалы. Минус, когда пишет артист. Разменчик от слайда есть, но тут нам долго его не хватает. 3 в 2 остается Зонерс Годс. Приходит пижама с биг, убивает дефизичную бомбу. И Дон Кихоту надо сейвить, но настигает его Ян и КС. Ну, будем его просто Яном называть иногда, чтобы не путаться. Пошел новый раунд. В руках у Рана Негев, друзья. Целый пулемет. Ну, а Marvel Logistic продолжает закупаться. Обычно в таких ситуациях делают 2 КБ. Посмотрите, как Пиксель жестко засерфил. На мейне убивает сразу двоих и идет за третьим. Но третий в рампе у Котаро. Убивает Каддафи и, ребята, это 5-0. Пока на самом деле развал полный идет. Молодцы, очень хорошо играют багизонеры. Ну и на самом-то деле на бумаге они сильнее себя оправдывают, так скажем. Дон Кихот будет темочку сейвить или все-таки попробует ретейкнуть? Ну, конечно, лучше подсейвить. С другой стороны, там семерка обходит, и это будет сделать непросто. Мне кажется, Пиксель заберет. Либо пижам с биг. Кто-то из них. Я на КС еще немножко. Смотрит. Рампу. Дон Кихот 2 минуса. Неплохо. Классные экзит фраги. В итоге свой девайс он оставляет на следующий раунд. В новом раунде снова нас встречает Форс от команды Marvel Logistic. Мы видим довольно много эмочек, но маловато раскида. Врыв на А от Пикселя. Тиммейты тоже его заходят сюда. Ну и отрезан игрок в мейне с маком таким, кстати, с просветом. Но в итоге не мешает это пижама с бигу найти минус. Ран спускается в винты. Ну и, кажись, это шестой. Однако, посмотрите, 2 в 5. Сделал 2 минуса слайд, еще и Каддафи одного нашел. Это интересно. Уже можно идти в ретейк, в принципе. Котаро здесь мейн убивает, и второго... Второго не убивает, Каддафи. Один в один, Каддафи берет раунд за Marvel Logistic. Что-то немножко поплыли Зонерс Годс. А почему они 5 в 2-то проиграли? Пошли пикаться по одному, все умерли. Это жестко. Ну, раунд. Раунд для КТ стороны есть. Отлично. Возможно, еще Marvel Logistic смогут забрать в ряд, допустим, 4, выйти на паритет, потом забрать половину, там, не знаю, 10-5. Но это, конечно, идеальный самый сценарий для них. Никита убивает сразу Пикселя, но получает голову от Котаро. Игрок Зонерс Годс проходит дальше, убивает еще и слайда. Артист разменивает. 3 на 3, Дон Кихот. Вилки. И пока не получается у него убить, зато Каддафи добивает. Бежим из бига. 3 на 2 для Marvel Logistic. Преимущество. Котаро пробует в рампе кого-то найти, тут авик... Не попадает. Чуть было не умер Котаро.
на ровном месте. Ну, убил Каддафи, правда, его тиммейт забрал Дон Кихот, и в итоге знает про него Шатист, знает про него Дон Кихот, и раунд очень сложный. Вероятнее всего это 2-5. Полетел Молик в вилку, пробует нашить смоки, но КТ сторона все правильно делает, они играют так АФК немножко. Тянут время. Я бы на их месте даже кроссфайр стал, не знаю, вдвоем в одну позицию, к примеру. Ну или стать на часах где-нибудь вдвоем. Катара смычок выкатывает. 20 секунд у него остается. Это очень мало. Пикает и Дон Кихот забирает. 2-5, 2-5. 7 раундов прошло. Отправляемся на 8-й. В новом раунде боги зонера закупаются под ноль. Пока Александр Анатольевич недоволен, мне кажется, своей командой, если он имеет отношение к ней хоть как-то. Но я думаю, сейчас игроки атаки справятся, заберут еще парочку в ряд. Минус от Котара на Хевене. Также до этого два тиммейта упали у Марвел Логистик. Ну и здесь 6-2. Дон Кихот 1-4. Пачка ставится на верхнем планте. Ну и тут поохотится немножко сейчас за последним игроком Марвел. И получается это сделать. Минус от пикселя. Разбиваются стекла, дается раскид. Ну а Marvel Logistic делают 2КБ раунд. Пиксель снова, кстати, просерфил и забирает двоих с мейна. Но вот этот мув Рабза прям очень классный. Тайминг, пока КТшники байтятся на скрип, залетает мистер Пиксель и убивает двоих сразу. 7-2. Но Шатист напоследок делает один хэдшот. Может быть даже два поставит. Но нет, Катара... Котаро перестреливает здесь. Итак, новый байт для защиты. Надо, конечно, выигрывать, стараться. Все-таки 2 за КТ, это очень мало. Надо хотя бы, ну, в данном случае забрать 6-7 раундов. По размену сделали команды. Каддафи в рампе остался с Дон Кихотом. А, ну Дон Кихот чуть-чуть хотел уйти, но тут минус по Каддафи и... Заставили его вернуться, Дон Кихот. Два фрага находит. Еще и пижама с Бига зачитал в спине. Ну как зачитал, просто быстро перевелся. Ян на КС, как ты промахиваешься с Авика? Ой-ой-ой. Ну это 3-7. Классный ретейк, показывает нам Marvel Logistic. Пачку дефьюзит и... Идем к 11 раунду, где денежки будут у Зонерс Годс. В принципе... Что тут говорить, у одного рана 13500 баксов, но деньги как будто до конца первой половины будут у Зонерс Годс. Ну, во всяком случае, мне так кажется. Только если Marvel Logistic не будут подряд забирать 5-0 раунда, тогда да. Тогда могут проблемы начаться.
Сразу два минуса от Котара у нас на улице. Падает дальше в мейн. Команда его выходит на аплен. Пиксель забирает в рампе Дон Кихота. Ну и вот он, восьмой раунд, кажется, для компании Тинькофф. Да. Все именно так. Шатис последний падает. Так, друзья, у нас новый раунд, и здесь, кстати, испытывают проблемы в зоне Рсгоц. Казалось бы, не самым классным закупом. Кульшот от слайда, вот это да. Второго? Нет, второго не убивает. Зато Шатис убивает пачку, сделав минус по пижаму с Бигу. Ну и остается 2 в 2, Marvel Logistic против зоне Рсгоц. У команд есть по одному игроку, у которого не очень много хп. Но хаешкой взорвали первые зоны Рсгоц соперника. И теперь против одного Каддафи будет гораздо легче раунд забирать. Я, пожалуй, за предикчу, что это 9-3. Хотя у Каддафи скаут. Довольно много урона он наносит. Но на рана придется два выстрела все равно сделать. Потому что у рана есть армор и 81 хп. Пачку ставят ран. Каддафи взял эмочку тем временем. Вот это уже поинтереснее. Дефьюз китов нет, надо побыстрее действовать. Зато есть хаешка, кстати, которая может убить Катара в теории. Хаешечку, конечно, надо использовать. Минус Катара, но с эмочки. Так, и про рана знает. Ой-ой-ой, опасно. Выходит ран. И все-таки убивает. 9-3. Нам остается посмотреть всего-то напросто 3 раунда до конца первой половины. И потом уже будем смотреть вторую пистолетку. И что там дальше будет, я не знаю. Возможно, камбэк. Камбэк от команды Marvel Logistic. Кто знает. Снова врыв на А. И пиксель здесь делает, наверное, ключевой минус. Ой-ой-ой, это что за врыв такой в мейн был? Каддафи хотел с юспом всех убить, но немножко не получилось, конечно. Бывает. Так, и посмотрите, какая шикарнейшая приемочка сейчас была. По фрагу сделали Никита, Шатист и также Каддафи. Со слайдом. И это тиммейс. Это тиммейс от Marvel Logistic. Как так, зоне Рсгоц? Просто все умерли по одному. Тиммейс это редкое явление довольно-таки в Counter-Strike на самом деле. Но вот Marvel Logistic смогли это оформить. Красиво выглядело. Ну что, если пятый заберут, в принципе, будет неплохо. Потом пистолеточку за теров. И все, и камбэк пошел. Но Катара отвечает хэдшотом на все эти доводы. Пижама с Биг. Стоит возле скрипа. Смотрит поджим. Слышали, что подгорел один из игроков в винтах у Marvel Logistic, Gunner's Ghost.
Яна КС вырубает на Б, вырубает вилки оппонента. Ну и также пижама спада нашел свой фраг. Это 11-4. Все-таки заканчивается половина с разгрома в пользу Zoners Gods. Не знаю, к чему был сейф М-ки от Каддафи, все-таки последний раунд в этой половине, ну, ладно. Статистика на ваших экранах, ребята, я на КС, 16 на 8. 18 на 11 Катара играет, Пиксель 14 на 8, кажется, да, был? Да, 14 на 8. Но здесь у Marvel Logistics все так ровненько идут, только вот Никита проседает чуть-чуть. И Каддафи со слайдом. Ну, я думаю... В случае выигранной пистолетки и хорошего старта за сторону атаки, команда Marvel Logistics может дать камбэк. А у нас тут пижама с Биг уже ловит пробегающих на Б базу. Пиксель делает второй минус. И Пиксель забирает еще и шатиста. Лайт, однако, перестреливает Пикселя, ставит пачку. И 2 в 2 будет ретейк. Если что, ребят, команды... Пока еще не свапнулись, точнее наоборот, свапнулись местами. Сейчас они обратно встанут после пистолеточки. Катара убивает с Яном и КС двоих. И все-таки ретейк берут. Zoners Gods 12-4. Ой-ой-ой, какие граффити красивые, ребята. Второй форс. Второй форс за эту карту. После проигранной пистолетки делают Marvel Logistic. Площадь от Никиты. Здесь Пиксель не получает блайнд. Убивает Никиту, кстати, как раз пробегающего. И вдобавок еще убивают слайда. Я на КС на чеку. Минус по шатисту. Ну и все. По сути-то это 13-й. Или нет? В одну секунду 3 минуса от Marvel, что? Ран и пижама остаются вдвоем. Как-то подводит команду вот на форсах, особенно. Ребята, у Zoners Gods. Да, что-то это не особо как-то круто получилось. На Б будут пачку ставить. Там их ждет как раз таки ран. Давайте посмотрим. Минус есть по. Игроку с бомбой, но тут размя от Дон Кихота, и теперь пижамусу предстоит забрать клатч. Непростой клатч, прошу заметить, но просто открывает дверь, с дробаша расстреливает, 13-й есть. Итак, эко. Эко нау. И стоит заметить, что играют это одного калаша. Marvel. Интересная задумочка. Не знаю, насколько она поможет им выиграть. Но на просцене такие раунды частенько делаются. И был один какой-то мощный девайс, и при этом остальные с пистолетами гоняли. Но здесь справляются боги зонера со всеми. Берут 14-й. Берут 14-й, и 2 раунда им всего лишь остается для победки.
Первые два минуса от Кутары и Пикселя сразу же, ребят. Третьего забираю Пиксель. Ну и как-то Марвел за атаку толком и не смогли ничего нам показать. Это 15-й для защиты. Ну и как итог, 11 маппоинтов. Целых 11. Это сильно. Летели на рампу, Марвел, но тут Котара два фрага делает, третьего тоже Котара убивает. Ой-ой-ой, как же жестко. Дон Кихот, Каддафи, 2 в 5. И, кажись, это GG на первой карте. Для Марвел логистик это был пик Зонерс Год, тем не менее. Следующая карта будет Инферно, ребят. Да, все, здесь конечная. Ну что ж. Поговорим с вами немного сейчас. Первая карта получилась не прям супер зрелищная, честно вам скажу, но с другой стороны команды были разного класса. Можно так, наверное, сказать. На бумаге, конечно, Тинькофф оправдали все ожидания. Они выиграли с 16-4, довольно с разгромным счетом. Ну и следующая у нас будет Инферно карта. Пик команды Marvel Logistic. Возможно, они к ней подготовились хорошенько, возможно, нет. Кто знает, сейчас посмотрим, собственно, на деле. Ну, а пока, я думаю, можем рассказать мы еще немножко про наших спонсоров перед второй картой. Один из них является банк РНКБ, ребят. Это системообразующий банк Крыма, который входит в топ-100 рейтинга лучших работодателей среди крупных компаний и также в топ-10 лучших IT-работодателей по версии Хабр Карьера. Банк создает цифровые решения, которым пользуются миллионы жителей и гостей Крыма, поэтому, ребят, этой картой можно расплачиваться как в общественном транспорте, так и в столовой, поэтому можете присоединяться к банку РНКБ и делать классные покупочки с картой этого банка. Можете получать удовольствие. Ну и также можно рассказать про наградного партнера Лиги Чемпионов Бизнеса, это компания Dareo. На самом деле Dareo производит очень классную периферию, как игровую, компьютерную, профессиональную, так и как компьютерную офисную, да, хотел это сказать, как так и профессиональную игровую. Поэтому Dareo дает вам разный выбор, вы можете взять себе как офисную периферию, так и профессиональную игровую. Ну и стоит отметить, что Dareo — это высокотехнологичная компания. Она изготовляет, помимо этого, аудиопродукцию, аксессуары для гейминга и киберспорта. Ну и также их лучшее качество, а именно современный дизайн, продуманное производство и высокое качество позволили бренду завоевать доверие и широкую известность у пользователей в Китае. Поэтому можете к Dareo также присоединяться, переходить на их сайт, заказывать себе разную компьютерную и офисную, также игровую периферию. Dareo вот как раз еще и на международных киберспортивных соревнованиях принимали участие в виде каких-то услуг для игроков и команд. Вот. Ну что ж, музычку немного давайте я включу. Что у нас может произойти на Инферно такого? Не знаю, честно мне кажется, будет 2-0. Но борьбу мне увидеть хочется. Мне хочется увидеть интересный Counter-Strike. Было пару раундов на Нике, когда Zoners Gods большинство отдавали, там 5 в 2, по-моему, несколько раз буквально. И, возможно, на Инферно получится больше ошибок ловить у команды Marvel Logistic. Посмотрим. Пока что уйдем на небольшую музыкальную паузу с вами. Там смена карты у нас идет. Совсем скоро я с вами включусь. Микрофон на хенде. Всем приятного просмотра, друзья.
Итак, дорогие друзья, у нас тут Инферно уже вовсю идет. Почему-то меня не коннектил, я не знаю почему, в самом начале. Но вот со второй попыточки получилось. У нас уже пистолеточку забрали, получается. Marvel Logistics, кажется. А, нет, я ошибаюсь. Я ошибаюсь по никнеймам. Все должно быть наоборот. Вроде вот так. Zoners Gods. Именно они взяли. Pistol раунда, вот Force. Force уходит уже за Marvel Logistics, ребята. Полетела у нас борьба. Так, хорошо. Хорошо. 1-1. Выстрел от Яна и CS не самый был эффективный. Однако попал по Никите. Минус 70 сделал. Каддафи на банане убивает пикселя тем временем. Фраг на миду от Дон Кихота. Остается уже 3 в 5 Zoners Gods, и тут минус от Катара. Подобрал калашик со своего соперника. Открывается дальше. И здесь только один минус. Шатиста, правда, оставляет красным. Каддафи справляется с игроком на длине. И также слайд ставит точку последнюю. 2-1, 2-1. А Marvel Logistics Inferno, видимо, подготовились неплохо. Потому что сейчас эко у Zoners Gods. Это уже выход на третий раунд. Ну и могут все шансы забрать первый бай. Имеют все шансы забрать первый бай. Потому что тогда можно и вовсе на 5-1 уйти. Так, друзья, извиняюсь, надо было немножко отойти. У нас новый раунд и сразу 3 минуса аж целых по игрокам Zoners Gods. Вот такие вот новости. Ну, пистолеты. Оно понятно, здесь должен быть раунд для атаки, безусловно. Но все-таки какая-то борьба от Zoners Gods должна была быть. Один минус, все, что они сделали. Будет ран калашик сейвить, Катара его охранять. Такая вот идея. Ну а Marvel Logistics, соответственно, идут выбивать. Минус Катара, но не чекают сегментом, хотя решил сам ран открыться и падает. Ситуация. Сразу у нас разменчики тут. Ян и КС, правда, зарабатывают преимущество для своей команды. Ну, за КТ на Инферно на самом деле играть не так просто. Даже вот сильным командам. На Инферно больше атака решает. Если ты умеешь раскид делать, хорошо выходить, то все получится. 4 лоб была ситуация, но здесь после смерти Яна остаются втроем Zoners Gods. И Котару один. Смог убрать шатиста. Дон Кихот его трейдит. Ран и пиксель вдвоем. Идут парой. И через размен забирают второй раунд.
Очень напряженные, конечно, получается противостояние. Но все-таки Zonyers Ghost понемногу набирают. Последний закуп для атаки. Ну и тут шанс как раз таки для богов Зонера выйти на 4-3. В случае, если они выиграют данный раунд. Под номером 6. Прилетает молик на дерево. Молик дальний. И хаешечка. Немного продамажила пижамаса. Бопса Катара минус находит первый. И второго забирает. Второго тоже забирает. 5 на 3. Лайт убивает рано. Это довольно важный минус. Он дает немного морали к команде Marvel, потому что ну 3-4 уже как-то полегче на самом деле разыгрывать. Размен от слайда еще один. Поджимает тем временем пижаму с Биг Банан. Опа-на. А вот это интересно. Сорок пять секунд на таймере. Ай-яй-яй, падает Ян. Но Пиксель разменивает. Слайд вырубает Пикселя. Один в один знает про пижамаса. Слайд. Возможно, покажет нам сейчас чемпионский клатч. Знает, знает все про соперника. Открывается и все-таки пижамас перестреливает. Не повезло. Чутка, где-то везения не хватило, может быть, Аима открылся не очень хорошо, честно будем говорить, мог прифайрнуть, как вариант. Но в итоге 3-3, имеем, что имеем, бомба стояла у Марвел, поэтому ну, там на какие-то теки с раморами им хватит, слайд, возможно, калашик себе купят, вот я думаю, такой байт будет от одного гана, скорее всего. Ну да, да. Один калаш. Ритека. И пистолет Desert Eagle. Будет у шатиста. Ой-ой-ой, сколько разменов на банане, друзья? 2 на 3 остаются Марвел. Ян попадает Савика по слайду. И все-таки это 4-й для КТ стороны. Итого 3 подряд получается, да? Получается 3 подряд. Сразу минус от шатиста по кота разлетает. Скидывается молик на банан антирашевский. Но тут слайд убивает и Яна еще. Два энтри для Марвел. Все шансы на 4-й раунд. Пиксель пока что смачок откидывает. Ран на длине. Тут сейчас дуэли есть. Минус Дон Кихот. Так, и главное девятки не поставятся, пока эти перестрелки под Б. Слайд убивает Пикселя. Все, всех опорников зачистили. Марвел. Никита ловит пижамаса. Очень классно сыграли. И 4-4 сравниваются в счете. Вот этот раунд прям был топ. Нашли два энтри. Поставили пачку, вывели опорника. И подай Никита очень классно сыграл. Перетяжку поймал всю. Молодец. Шатист снова энтри делает на карте. Каддафи второй энтри делает. Но стоит понимать, что команда Zonyers Ghost
такой, бай под ноль с диглами. И смотрите, что они творят. Три размена в ответ. Три размена в ответ. Катар 2 минуса и Ян на КС 1 минус. Красный шахтист и Дон Кихот 100 отправляются на шорт, где их ловит Ян. Сразу двоих или через размен сыграют Марвел. Есть разменчик, но в итоге все равно меньшинство. Пижама с Бикой и Котара отправляются на ретейк. И Котара убивает шахтиста. Пятый для Зонерс Гос. Ну что-то прям... Могли, мне кажется, этот раунд забирать Марвел, но что-то не получилось. Новый раунд, и здесь Савика пока что не попадает шатист вообще на банане. А Пиксель перестреливает. Битва через смок у нас была, в итоге энтри для Зонерс Глаз. Пиксель дальше пушит, еще двоих убивает. Вот это жестко. И напоследок ран с пижамасом делают по фрагу. 6-4. Вот, походу, Зонерс Глаз и взяли инициативу в свои руки. Не отдают уже 5 подряд раундов от них. Мы видим и ласт закуп для Marvel Logistics. В случае поражения, наверное, Эко сделают. Хотя там был бонус уже 3400 почти будет. Промахивается Ян на миду. Ловит себе гранат под ноги. Решает отойти в более сейвовую позицию на шорт. Котара убивает шатиста. Минус еще один от него же. Слайд перестреливает Котара. Ой-ой-ой, а тут ран ворвался. Ну, почти двоих забрал. Релоуд. Немножечко положение его ослабил. Так, слайд 1 в 3, но Пиксель сильнее. Оказывается, 7-й. Сразу на банане решил Никита убить кого-то, но Пиксель останавливает, ловит Лашика. Так, Тутар убивает шатиста. Каддафи разменивает. Ну, 8-й. Берут. Здесь эко. Должно быть легко. Забавно, сейчас пижама с Сэмочкой игрался. Чисто пострелял, доставочка небольшая получилась. Тогда буду заходить в Марвел, но тут... Один опорник, плюс один в библиотеке, тройка стягивается из банана, должны забирать Зонерс Годс, 8-й раунд. И, как итог, 7-й подряд, между прочим. 1-4 они проигрывали в моменте, и вот уже ведут с разрывом в 4 раунда. Да, пижама ставит точку.
И нам остается глянуть с вами три раунда до второй половины. Довольно быстро проходят каточки. Все-таки на Инферно я еще жду сопротивление от Marvel Logistic. Ой-ой-ой. А Team Damage, что за что я по пикселю? Банан занимает вроде как Зонерс Годс. Свой раскид сделали, смог дальний. Нашили Каддафи жестко. Играют 3Б. А тут под ванвей Катара убивает Дон Кихота. Дефолтный ванвей на самом деле в опсах. Ничего такого особенного. Но игрок Марвел не прочитал соперника в этой щели. Катар убивает еще и слайда. Второй минус для него в этом раунде. И третьего убивает. И четвертого Катару. Так подожди, это вообще эйс сейчас был. Пятого убил. Ничего себе, Катару. 22 на 9. Ну это был классный хайлайт. Пиксель убивает Дон Кихота. Каечку скидывает свою. И свапается девайсами. Ран вместе с Яном. Я на КС все это время был снайпером команды Zoners Gods, но теперь с калашом будет бегать. Пиксель убивает Каддафи. И надо еще одного выкурить на банане здесь. Шатист промутился, посмотрите просто, что шатист сделал. Мув на целый раунд. Минус 2 по опорникам, занимает КТ, скидывает пачку тиммейтам своим. Должны были слышать, кстати, Ран и Катара, что есть один в упоре. Но, видимо, нет, видимо, не услышали. 9-5. Не, шатист красава, шатист просто легенда. Очень жестко вырубил двоих и прошел на Б. Пятый заработал для своей команды. Ну, теперь вопрос, кто заберет последний? Десятый для Zoners Gods или шестой для Marvel Logistic? Конечно, для атаки надо делать 6, однозначно. Они камбэчат, и 6 все равно мало будет для победы, мне кажется. Ян убивает сразу шатиста. Под конец первой половины решили вдвоем мидл запушить банально. Боги Зонера, и тут слайд просто двоих разменивает. Может, еще один минус от него мы увидим. Хорош спрей был, но в итоге нету минуса. Дон Кихот! Хедшот по Яну. Ран разменивает на банане слайда. И в итоге один в один против пижамов остается Дон Кихот после фрага над раном. Минута 15, бомба берет. И уходит под апленку, да, и идет пижамас. Как угадывает игрок Zoners Gods, ребята. Я склонен верить, что это 10-5. Дон Кихот вообще не понимает, где находится соперник. А пижамас-то просто-напросто обошел и взял на нож. Не то, что перестрелял с калаша. Он на ножик решил забрать. Вот это да. Но это жестко. Это прям очень строго было. И у нас первая половина заканчивается все-таки с десяточкой для КТшников. Лайд 17 на 11. Но больше меня удивляет Катара. Катара со статой 22 на 11. Просто 2 КД играет. Так, давайте я команду поменяю местами. Потом тоже обратно поменяем. Б2 стартует на пистолетах Marvel. И тут врыв на банан. Не то что 3Б. Они втроем банан занимают. Дон Кихота не чекают. Ой-ой-ой, это ошибочка, ребята. 3 минуса от Дон Кихота. Ё-моё, ну просто одну позицию не зачекали. Бежал нас последний. Никита еще своего убивает. Это шестой для Marvel. Да, все именно так. Дон Кихот прям машина.
300 урона нанес. 3 фрага и 3 хедшота. Корсик сразу же от команды Zoners Gods. Так, обратно надо менять. Оп, готово. Ян в бойлере сразу минус делает. Также пижаму забирает Дон Кихота. И в псах шатиста убивают. Прострелом. Очень зрелищно получилось. 11-6. Корсик за командой Zoners Gods. Ошиблись на пистолетке, но теперь заберут сейчас еще два подряд. Потому что надо Марвел делать антифорс, а потом эко. В случае поражения. И уже 13-6. Так-то очень опасно звучит. Полетели хаешки на мид. Долгий ход. Убивает пикселя. Размен был от Яна. Но 3 в 3 остаются команды. И шансы имеют Marvel Logistic на 7 все-таки. Девайсы попроще, конечно. Хотя у Каддафи был калаш. Поднятый из соперника. Так, рано убивает еще и слайда. Ну все, жатис последний. С банана будет идти. Главное пачку забрать и поставить ее на А срочно. Интересно то, что через Shift играет шатист. Ой, точнее, игрок с бомбой. Да и шатист тоже, но... Шатист понятно, ему палиться нельзя, по стелсу все делает. А вот пижама смог-то и натопать. Быстрее прийти на А, по тайминги словить хорошие. Теперь на Гифоне падает он. Ран последний в сайте. А шатист знает про него? Ничего себе, вот это наводочка. 11-7, красиво, шатист. Классный клатч. 1 в 2. Берет. Получается, антифорс для КТ сейчас последний закуп уже для Zoners Gods. Хотя тут денег, кстати, хватает прям на хорошую закупочку. Будет 5 калашей. А, нет, это 1 Мактен и 4 калаша. А, даже 2 Мактена. Даже так решают сделать. Просто я подумал, у пижама 6 тысяч с хвостиком. Может, он дропнет кому-то калашик свой. Но нет. Решает отдать Мактен, как я понял. Либо это Катар взял Мактен себе на последние бабки. Да не важно. Важно, что у нас новый раунд начался. И здесь ошибается Яна КС. Лайт его забирает. Остаются команды 5-4. Преимущество для Марвел. Если они берут 8, там выход на эко. Это 11-9 уже может быть. И начнутся трудности у Zoners Gods. Плащик лапсы. Ну, шатист ее даже не задоджил. Просто убивает блайндер. За тройкой на бусте Никита. Делает 2 минуса. И последним убивает Каддафи. 11-8. Заслуженный раунд для защиты. Первый энтри от слайда в новом раунде. Кстати, решают Zoners Gods еще один форс сделать. Вот это интересное решение, за которое можно поплатиться. Довольно дорого. Так, пиксель, вот это хедшот. Вот это еще один хедшот от пикселя. Пиксель! 3 минуса, ничего себе. Беру свои слова назад, это было верное решение, конечно же. Нет, но пиксель, конечно, закерил. Соло просто забрал раунд, считай. Не сделаем минус на лангу, потом на миду, то реально Zoners Gods могли проиграть.
Так, ну а теперь проблемы с деньгами испытывают Marvel Logistics. Приходится им закупаться, на что попало. Ян уже минус делает первый на карте. Остается одна эмочка в руках у защиты. Также Максим и Дигл. F7 падает Дон Кихот. 5 на 3, ну такое должны забирать. Боги зонеры. А ящичка пошла. А за единицы прочитают? Да, прочитали. Каддафи. И посмотрел пижаму с наврыв КТ. Также сделав минус по оппоненту. Шатис последний. Будет сейвить эмочку. 13-8. 5 раундов разницы целые. Это довольно много. Это довольно много, как никогда близки к победе. Сейчас зонер с Годс. Эко. Эко от Marvel, ребята. Это значит, что сдают 14 раунд они сопернику. Да, конечно, на Inferno они, стоит признать, намного лучше смотрелись. Вероятнее всего, готовились. К этой карте. Какая-то подготовочка была. 8 раундов против стака и десятых лавлов. Это очень хорошо. Но это не предел, мне кажется. Могут еще удивить, 10-11 забрать, может даже и до декомбэчат, выиграют карту, кто знает. Ящичка полетела у нас. Ой-ой-ой, тут пижамаса как надамажили неприятно. Пиксель свою осколочную в ответ скидывает. И вот она, первая кровь пролитая. Минус Дон Кихот. Минус Шатист. Иран, возможно, еще одного заберет в пупсах. Тем временем Б открывает пиксель. 14-8. Просто без шансов. 5-0 закрывают раунд Зонерс Годс. Слайд. Открывается в обсах, пикает секонд мидл. Под флешечку, двоих убивает, но сгорает в молике. Как так? Тут пижама сделает минус еще на Б. И за тройку убивает Каддафи. Вот так вот неожиданно для всех раунд переворачивается. 3-5 только были Зонерс Годс, но уже в большинстве, походу, забирают 15-й. Это сильно. Дон Кихот, однако, делает минус по Яну. Ой, сейчас может бомбу найти. Но на банане. На банане ребята есть. Пикает пиксель, убивает Дон Кихота и Шатист 1 в 2.
А Шатис идет на банан. Слушайте, а может быть Зонерд Госта на А убегут резко сейчас? Кто знает. Шатист видит соперника, видит двоих. Шатист, как же хорошо сыграл. Пропустил и сделал минус 2. 9-14. Ян пикает мидл, здесь молик от пижамаса. Лайт пикает полтора. Тем временем... Ой-ой-ой, сейчас может найти соперника. Да, минус ран. Хороший мув. Пиксель разменивает, правда, на банане. 2 минуса делает. Но это заявочка на 15. Тем более, полтора еще врубает шатиста. Пачка стоит. Но это 6 матч-поинтов. Не мап, а матч-поинтов. Очень серьезное достижение. Дон Кихот последний. Один против четверых. Может быть, ниндзя диффуз сделает? Слушайте, киты есть. Да-да-да, надо подождать и попробовать ниндзю диффузить. Ну-ка. Занерс. Уходите? Уходит. Ой. Вот это тимкил залетел. Так. Ай, услышал Ян все-таки, услышал. И забирает, да. Тем не менее, два игрока взрываются. НТ-НТ. Дон Кихот почти забрал. Немножечко. Не хватило до раунда. 10-го. Ну, денег мало. Бай плохой, конечно. Бай получился не самый лучший. И 4-4 ситуация. Трое под Б. Ну и трое под Б у Зонерс Годс. Перестреливает пижамас уже Никиту. Перестреливает с P90 ран Каддафи. И Кутара последний минус делает. Дон Кихот один. Опять тимкил. Что ж такое? Ну уже веселятся. Зонерс Годс празднует победу свою. 16-9. Либо Дон Кихот квач делает 1-2. Нет, не делает. ГГ, ребят, ГГ. 16-9. Ну что, друзья, совсем скоро будет интервью, так что ожидайте. Уходим пока на небольшую музыкальную паузу. Молодцы, молодцы, Зонерс Годс. Хорошенько выиграли, 2-0. Но на Инферно были проблемы, сейчас узнаем у игрока как раз таки Зонерс Годс, что там не так произошло, ребят.
разгреют, еще поставят. It's given to us all. It gathers round each night, each morn. We watch it pass and grow. It is all in our hands. It is all in our hands.
Дорогие друзья, у нас следующий матч начинается в 13:50, буквально через 10 минут, поэтому затем скоро я к вам включусь. У нас, кстати, сейчас будет интервью с игроком команды Тинькофф, компании, команды Zoners Gods, с Раном. Поэтому ожидайте, скоро все будет. I'ma keep winning, winning. I'ma keep winning, winning. Ooh. I'ma keep winning, winning. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. You can try to save yourself, but you only gon' play yourself. Yeah, you gon' need 100 men, 100 scopes, 100 cans. To watch what I'm doing under the sun again. God given gift, MC's doing the running man. If you want me to get it popping, may cost 100 pence. Yeah, what I supply is always in the man. The throne is mine, take that. It ain't a high five, got the upper hand. I'm too real, can't fake that. Who you know, putting fear in them like this? You a vampire, still suck when you bite this. Lord forgive me for my sins, I'm feeling righteous. But they've been asking me to show me I might just. They didn't think I could do it, I had to demonstrate. Demonstrate how the flow is so heavenly, keeping demons straight. Так, дорогие друзья, у нас сейчас будет интервью. У нас сейчас будет интервью с игроком Zoners Gods, с Раном, правильно говорю? Да, все верно. Угу. Да, сейчас секунду, такую вебочку твою надо вывести у меня. Буквально один момент. Так, так. Сейчас чуть побольше тебе надо только сделать. Блин, ну тут в рамочку вообще невозможно тебя поместить в одну. Маленькую, к я сожалению. Слишком большой. Да, да, можно да. На весь стрим можно даже вывести. На весь стрим. Ну я вот так вот сделаю, чтобы особо ничего не закрывать. Вот, ребята, знакомьтесь. Вот такой сегодня у нас интересный гость. Расскажи вообще, ты так играл в таком костюме весь матч? Да, конечно. Понял, классно. Ну, во-первых, поздравляю с победой 2-0. У тебя сейчас скоро новая игра, поэтому мы долго не будем задерживаться. Против РТК играете. Как настроено вообще? Волнуемся очень. Волнуетесь? Окей, да. Понял, хорошо. Такой вопрос. Как придумали название команды? Не знаю. Выбрали случайные слова, которые в интернете нашли, и они получились. А Зонеры не знаете лично? Нет, просто какие-то случайные слова. А кто это? А, ну это бывший про-тренер команды. Вот. Сейчас стример, комментатор тоже. Ну видите, как совпало. Да. Ну, значит, мы это удачливые ребята. Да, да, да. А, расскажи, пожалуйста, что пошло на Инферно не так? Почему отдавали много раундов? А где пошло не так? Ну вот на Инферно вроде закрыли, получается, вы... За КТ, если не ошибаюсь, был камбэк.
И потом как-то раунды отдали. Но, в общем, на нюке выглядело так, что вы прям очень бодро 16-4 вынесли, а здесь 9 раундов отдали. Нет, а план был такой. То есть мы спланировали заранее это, и все четко по плану шло. Понял, окей. То есть никаких у вас там вопросов по игре нет? Отклонений не было, да. Все отлично. Отлично. Все, понял, хорошо. У вас, получается, это от компании Тинькофф, вы вторая команда, если я не ошибаюсь? Ну, как сказать, вторая? Не знаю. Еще одна команда. Да, ну еще одна, да. Будем так говорить, так правильнее, да. Вообще, как думаете, встретитесь с ними по сеточке? Обязательно. За первое и второе место, когда будем играть, встретимся. О, отлично. Хорошо. Какие карты, может быть, готовили на этот турнир? Эншент готовили. Геншент готовили. Только Эншент? Да. Окей, понял. То есть мы можем ждать против Артака, в принципе, пик Эншента? Ну, конечно, да, абсолютно верно. Хорошо. Ну, сейчас тогда увидим это. Спасибо большое. Думаю, еще, если что, увидимся. Классно, классный прикид. Все. Не буду тебя задерживать. Удачи в новой игре. Спасибо. Ну что, друзья, вот такое интервью получилось забавное. Как вам? Как вам гость? Как по мне, очень-очень клево. Очень все классно получилось. Сейчас посмотрим еще вот как раз таки Zoners Gods против Marvel Logistic. Матч. Тоже группа С, все то же самое. Только вот вторая, собственно, игра. Про пики пока вроде я не знаю, но вот нам сказали, Ancient будут выбирать сейчас Тинькофф. Посмотрим, посмотрим, правда ли это, не соврали ли нам. Либо, может быть, забанят просто Артака, Ancient, посмотря этот стрим, сейчас сразу банить будут эту карту. Вот, ребят, не пройдем с ним мы немножечко, собственно, по Лиге Чемпионов Бизнеса еще раз. Напомню, что это крупнейшее в СНГ корпоративное спортивное событие, которое активно развивается с 2010 года. А киберспортивный чемпионат появился с 2018 года, то есть уже 5 лет у нас разные дисциплины. Dota, CS, LoL, мир танков, там, PUBG, чего только нет. Все дисциплины практически есть. Поэтому это очень классно. Все начиналось только с московских компаний, но вот уже к 10-му юбилейному сезону мы имеем участники из 16 стран мира и больше 130 компаний из более чем 45 субъектов Российской Федерации. Поэтому Лига Чемпионов Бизнеса на самом деле очень классное соревнование. И наблюдать за ним довольно интересно. Ну и про генерального партнера пару слов. Это компания Lanit, конечно же, группа IT-компаний Lanit. Это наш генеральный партнер у Лиги Чемпионов Бизнеса. Лидер отрасли информационных технологий в России. Продолжает драйвить корпоративный киберспорт. И не только внутри своих компаний, но и также на внешних площадках. В этом сезоне, в юбилейном 10-м сезоне, к Лиге Чемпионов Бизнеса Ланит приготовил отличный призовой фонд. 1,5 миллиона рублей. И теперь не только будут награждены команды и игроки Золотой Лиги, но и также Серебряная Лига будет награждена. Все практически будут с призами. Поэтому не забывайте про Lanit, классная компания. Ну а мы уйдем на небольшую паузу, наверное, с вами. Подготовимся к следующему матчу. Zoners Gods против RTK IT. RTK IT Esports, да. А вот такие вот команды у нас встретятся. На бумаге, кстати, Тинькофф выглядит намного сильнее. У них соперник, по идее, сейчас будет даже попроще, чем прошлый. Посмотрим, как встреча закончится. Мой предикт чисто 2-0 в пользу Zoners Gods. Не знаю, не знаю. Может быть, конечно, карту отожмут РТК. Может, даже выиграют. Но, в общем-то, посмотрим. Пока уходим на небольшую, ребят, музыкальную паузу. Скоро я к вам вернусь.
Thank you.
что, дорогие друзья, у нас... Музычку убавлю. У нас уже вторая катка готовится. Это Zoners Gods против RTK IT Esports. Давайте пройдемся по никнеймам. Я думаю, с командой Zoners Gods вы уже все знакомы. А вот RTK IT не все знают. И, в общем, тут играют такие ребята, как... Pain is back. Pain is back. А потом, значит... Softcues, да, правильно. Лакрик, Skyflow и последний игрок Axiwall. Вот такие вот команды, и у нас уже ножички идут вовсю. Первая карта Эншин, кто бы мог подумать, ребят. Не соврали нам на интервью, действительно пикнули Эншин. Zoners Gods. Вторая карта Анубис, третья Вертиго. Музыку, я думаю, можно уже вырубать у нас, потому что начинается пистолетный раунд. Пистолетный раунд, в котором есть, собственно, закуп от команды RTK IT. Взяли себе они целый набор гранат у Pain из Бека. Ну, буду называть его просто Pain иногда. Много очень довольно-таки гранаток. Сразу борьба за мидл, на карте разворачивается, Пижамас пробует выбить кого-то, но пока что помогает ему в этом Ян. ИКС убивает одного, разменчик от Skyflow и Лакрика, 3 на 3 остаются команды в итоге, и будет выход под аплэнд, скорее всего, Skyflow вырубает еще и Яна. Пиксель перестреливает бомбу на миду, ой-ой-ой, а вот это важный очень минус был. Катара, даже если погибнет, но Катара делает 2 минуса. Два игрока против него были на релоуде, да и у Катара патронов не очень много оставалось, он смог забрать двоих, и это 1-0. Жестко. Динамичненько пистолетка разворачивается у нас. И сразу эко от команды РТК. Entry kill находит пока что Ян. Но в ответ падает Ран и Пиксель. Опа-на. Это шанс для РТК идти. Смотрите, что происходит просто. Еще один минус. Тут уже Ян разменивает. Молодец, Софкиус. Выждал. Тайминг. Бомба стоит, будет ретейк 2 в 3. Выходит со штанов Ян, убивает Лакрика. Катара помогает с Доната. Ну и все-таки это раунд, похоже, за компанией Тинькофф. Остается последний у нас Axiwall. И это 2-0. Ну, поставили пачку, увели 3 девайса. В принципе, хорошая эко. Итак, первый бай. Первый бай, 5 калашей в руках у игроков RTK IT Esports. И перестрелка на рампе, Катара пока что к результативному действию не пришел, но урон нанес. Как-никак, это тоже важно. Открывается у нас с Кейва игрок с XM, это Пиксель. Ну и также Ян и КС зачищают просто полностью банан. Квадро килл. Последний остался Skyflow. Это 3-0. Skyflow пробует клатч забрать, но, конечно, все это очень сложно. Против него
Три игрока по-прежнему остается, и Пижамас не зачитал. Тайминг не самый приятный. Ну и сейчас 2 кабай должен быть. Хотя, возможно, зафорсится РТК. Я уже вижу калашу Лакрика, калашу Скайфлова. Софкиус тоже взял себе девайс. Все-таки это бай. Так, минус один от рана. СП-90. Между прочим, интервью нам давал. Сейчас, может, еще одного заберет. Да, ребята, это... это целый хайлайт. Дабл килл. Ну и Пижамас здесь еще двоих убивает. Последнего хавает Пиксель. 4-0. Очень хороший старт. Я думаю, что в таком же темпе Зонерс Годс и продолжит играть. В целом у них прям классная, слаженная командная игра пока что на карте происходит. Показывают нам они действительно красивый КС. Ну а тут вода собираются РТК и сразу минус от Пейна. Также фраг дает Котара. Или 4 команды. Ой, хаешечка от пикселя не совсем точная. Но это не страшно. Все равно никого не было под Б. Все сейчас у РТК находятся именно под базой А. 4 через мейн заходит. Разменчик от Катара, но Лакрик делает еще один минус. Появляется инфа про Яна. Савика его пейн, но Ян справляется со снайпером. Тут в самом пункте тоже были дуэли. По итогу Лакрик против Яна 1 в 1. Убегает игрок РТК на Б. Ну и за ним должен, конечно же, идти Ян. Ой-ой-ой, Лакрик обхитрил, ты как, смотри. Ян и КС не понимают вообще, что происходит. И Лакрик убивает прям в последний момент. Ставит хедшот. 4-1. В игре у нас теры. Довольно все неплохо. Ой-ой-ой, пошло грозное оружие, плеточка. У Пижамаса она в руках. Тут у нас раскид полетел. Молик рампу полетел, поездчику туда же. Так, и один в мейне уже встречает команду РТК, но Ксиво убивает. Правда, ребят, что дальше происходит, это, конечно, лучше оставить без комментариев. Минус 3 от Пижамаса. Ничего не могут противопоставить. РТК резать идет Ян! Ё-моё! Мне жалко Пейна, конечно. Это 5-1. Как жестоко обращаются в зоне разгод со своими соперниками. Так, и сразу разменчик. Сразу разменчик. Два калаша у РТК есть. Проблема на миду. У атаки чуть было не зашили два игрока Зонерс Годс соперника, а вот и фраг все-таки от пикселя есть. Нормально.
2 в 4 остается RTK. И это раунд за компанией Тинькофф. Шестой уже, кстати, к ряду. Шестой к ряду. Красиво. Ой-ой-ой, какие размены под Б, ребята, вы видели просто? Пижамас и Пикси смогли по минусу найти, таким образом они дали возможность своей команде взять седьмой раунд, установили выход под Б, и Ян напоследок вот такой хайлайт выдает. 7-1. Все предельно хорошо получается у Zoners Gods. По деньгам что там? 3-4 стулс бонус. РТК сейчас делает, получает свой последний закуп. Если они проигрывают, придется 2К делать. Убивает сразу. Убивает сразу скайфлоу рано. И это выход под А. Минус КТ, ой-ой-ой, как жестко расстрелялись-то. Лакрик и Скайфлоу. Надо здесь второй забирать 100%, 4 в 2, но такое отдавать... Такое отдавать нельзя. Однако, Яна КС максимально старается получить 8-й пиксель. Пиксель вместе с Яном. Ой, Пейн. Пейн действительно бэк, ребята, в этом раунде. И Совки с последнего убивает. Стартует уже 10-й раунд на ваших экранах, и пока что впереди, конечно же, Zoners Gods. Тут РТК надо хотя бы еще раунда 3 забрать, чтобы были шансы на камбэк на сторону дефенса. Неприятный молотов прилетел. Ян в итоге забирает эксивола. Также пиксель делает минус. 3 на 4, Софкил выравнивает ситуацию. Софкил хорошо стреляет, кстати. Да, немного не выходит он в единицу КД, но с другой стороны, на фоне того, что его команда проигрывает, действительно показывает себя неплохо. Но топ-1 это, естественно, Skyfall команды РТК. 10 на 10 играет. Тем временем 8-й для Zoners Gods. Показывает нам статистику Яна. 167 ЭДР. Это, конечно, очень сильно. Безусловно. Сбор пода. И здесь Котаро вместе с Пижамасом готовы к этому выходу. Котаро второго забирает. Ян приходит в спину тем временем. Ну и последний игрок с бомбой Лакрик тоже погибает. Аксивол под Б. Чилит. Ну и это 9-2.
20 секунд у Аксивола. Находится сейчас он в храме, но шансы на раунд уменьшаются с каждой секундой. Пикает Пижамас и просто убивает. Просто-напросто убивает. Остается 4 раунда до конца первой половины, друзья. Пока что Зонерс Годс на своем пике очень прям хорошо себя показывают. Тут вообще вопросов к ним нет. Размена под Б, врыв от РТК сюда происходит, Пиксель убивает Лакрика. Также минус Skyflow и минус Sofcus. Pain is back. 1-2. Обходит КТ, услышал это Пиксель, 10-й для защиты. Странно, что поставили пачку дефолтную, а в итоге решил последний игрок РТК обойти. Всех и вся, ну, ладно. Опустим этот момент. 3 раунда остается до смены сторон. Пока что Зонерс Годс показывает себя очень хорошо. Можно даже сказать, что они фавориты этой группы, потому что, ну, если говорить честно, то... Я не вижу для них достойного соперника в группе С. Возможно, только Крок. И то не факт. Сбрил Катара двоих. Пиксель последнего дозабрал. 11-2. Летели гранатки под Б. Катара накидывает флеш, пикает. И встречает здесь. За дверьми. Sofcus'а. Тот перестреливает его. Разворот сразу же от атаки под базуа. Только вот почему-то бомба не уходит. Возможно, идея именно у Sofcus'а и Аксивола вдвоем мидл занять. Убить Яна и убить Пикселя. Пижамас под Б тем временем работает. Пушит дальше рампу. Пейн в опасности. Пейн со скалы в голову попадает. 3-2. Минус Sofcus. И минус Аксивол. Да, перестреливает Пиксель. Пейн со скаутом последний. Это 12-2. Такое не берется, мне кажется. Да. Ну что, 13-й берут Зонерс или нет? Или все-таки 3 в атаке, еще какие-то шансы останутся на камбэк. Такими темпами, мне кажется, мы уже минут через 10 с вами окажемся на Анубисе, на второй карте. Кстати, Анубиса у нас вообще давно не было. Я не припомню прям, чтобы Анубис катали команду на ЛЧБ. Ну, именно на моих трансляциях, вот, где я комментирую. Так, Янчик, ой-ой-ой, убивает Пейна. 4 в 3. Так, нормально. Нормально с Коуфи забирает. Skyflow. Оказался, ребят, хорош. 1-1. Пиксель. Пиксель перестреливает. 13-2. Ну, месиво жестко было. На А под конец. Половина. Сейчас посмотрим вторую пистолеточку. Ну, тут, я думаю, все понимают,
что если Zoners Ghost берут Pistol Round, скорее всего, это конечно, и мы идем на пик RTK IT Esports, если нет, то какой-то намек еще есть на камбэк, но 13 это очень много. 13 за КТ это прям овер много. Не знаю. Итак, 5-7 в руках у Софьюза, с него уже ведет перестрелочки, минус смог дать один пейн. Но тут Ян и КС убивает троих. И все-таки раунд за командой Zoners Ghost, друзья. И Ян квадрки оформляет, 28 на 8 у него статистика, это очень жестко. Очень много фрагов он дал. Ну и статистика. Skyflow. Так, а какой-то непонятный закуп вообще у защиты. Половину закупил, половину эхо сделал. Мега странно. Но Zoners Ghost забирают раунд, походу. 4 в 3 уже. По старту. Кевина приходит Софкиус, но его здесь убивает Ян. Пижамас фармит на Лакрике, ну и все. 15. Татара убивает сразу Skyflow, первый минус есть, это закуп от команды РТК, но тут уже, конечно, счет печальный, 4 в 3, преимущество для Zoners Ghost. Фраг от Пижамаса, 4 в 2, Лакрик и Пейн, но здесь им нелегко придется, падает второй и Лакрик. Тоже отправляется спектатор, ребята, это карта Анубис, вторая. Сейчас с вами поговорим немного. Что можно сказать? Полный разгром, 16-2, готовимся к карте Анубис. Не знаю, будет ли здесь какая-то сенсация, еще одна. Возможно... Подготовили Анубис хорошенько РТК. И смогут навязать хотя бы борьбу. Я уж молчу про то, чтобы взять карту. Ну хотя, знаете, если заберут карту РТК, это прям сенсация будет. Действительно, тогда я, наверное, их на второе место после Тинькофф отправлю в этой группе. Ну, лично мне так кажется, потому что на бумаге команда Zoners Ghost очень сильна. Очень сильна, и равных ей в группе С, наверное, нет. Боюсь сказать. Так что ждем Анубис, друзья. Пока что напоминаю вам про партнера банка РНКБ. Это, конечно же, системообразующий банк Рим, ребят, который входит в топ-100 рейтинга лучших работодателей среди крупных компаний, топ-10 лучших IT-работодателей по версии Хабр Карьера. Банк создает цифровые решения, которым пользуются миллионы жителей и гостей Крыма. Вы можете этой картой этого банка расплачиваться как в общественном транспорте, так и в столовой, поэтому можете пользоваться картой банка и получать удовольствие от ее пользования, да. Ну и также наградно у нас есть партнер Дарел, компания, которая изготавливает компьютерную, офисную и профессиональную игровую периферию, аудиопродукцию и аксессуары для гейминга и киберспорта. Это очень высокотехнологичная компания, ребят. Современный дизайн, продуманное производство и высокое качество продукции позволили бренду Dareo завоевать доверие и широкую известность у пользователей в Китае. Да, именно так
Дарил делает ставку на технологии, качество и широкий ассортимент, которому доверяют профессиональные геймеры и команда победителей международных киберспортивных соревнований. Поэтому, ребят, компания Дарил дарит вам возможность пользоваться классной техникой компьютерной. Можете переходить на их сайт, что-нибудь заказать. Ну а мы переносимся с вами на вторую карту. Совсем скоро она начнется. Пока что музыкальная пауза, конечно же. Further, try and go farther than ever without a burner. Feeling like I never quit moving, I am a learner. And learn that the higher you get, they wanna earn you. But I gotta keep moving, I know what the mission is. Eye on the prize, man, I know what the vision is. Train for the fight, man, I'm doing conditioning. If I fall down, man, I'm going to get it there, you know it. Man, I hang out with thugs, throwing some poets. Told me take a high, don't hang around with the lowest. Shoot for the sky, you aim high and you blow it. Never take no for an answer, keep going, just breathe. Just breathe, breathe, woo! Let's take this thing higher, higher than you ever been. Stand tall like Everest, higher. You ain't gotta settle in, go places they've never been. We go higher, non-stop, take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher, it's time to go higher. Let's take this thing higher. We going higher than this, my man, we keep running, ain't no calling it quits. Look at the time and the risk, ain't no time to coexist. I want more than what they offer, I'm holding my fist. Out on my own, I do my own thing. Woo! Taking it high, higher than soul flame. Woo! Words of the wise, never be okay. With mediocrity, do better than no days. Breathe, breathe, just breathe. Woo! Let's take this thing high. Settle in, go places they never been. We go higher, non-stop. Take it to the top, even when the ball drops. My man, we go higher. It's time to go. Let's take this thing. Take it to the top. Oh yeah, higher than you ever been. Non-stop, stand tall like Everest. My man, we go. It's time to go. Let's take this thing. Let's take this thing. No stop, it's time to go. Breathe. Woo! Let's take this thing higher. Higher than you ever been. Stand tall like Everest. I mean higher. You ain't gotta settle in. Go places they never been. We go higher. Take it to the top even when... Ну что, ребятки? Начинается у нас уже вторая карта. Это Anubis, пик RTK IT Esports и ножевой раунд, который должен, по идее, проиграть Zoners God, чтобы RTK пикнули в сторону. Да. Все именно так. RTK должны здесь пикать. Ну, наверное, Т сторону больше, потому что на Anubis из-за серов полегче играть. Хотя кто-то наоборот пикает КТ, чтобы потом за атаку наоборот закомбэчить.
То есть она без такая больше Т-ориентированная мапа. Можно растягивать оборону на ней хорошенько, можно делать все, что захочется себе. Ну и конечно же не забывай про раскид. Что ж, поехали. Кто у нас тут за кого начинает? Зонерс год за все-таки за защиту, окей. Все-таки за КТ. Ну поехали тогда пистолетчику с вами смотреть. Прямо сейчас она начинается, и что-то АФК стал тиммейту Зонерс год. Под затыльник решил дать пижамас ему. Это как раз таки ран. Сбор под А точкой. Кутара решает немножко запушить. И здесь находит сразу первый минус. Размен от Пейна. Софкиус ждет перетяжки с коннектора. Кстати, тут два игрока. Слышит пижамаса, слышит рана. Но у нас тут на А. Баталии, которая выигрывает соло. Ян практически. Софкиус убивает пижамаса. Ну и последний. Он, кстати, остался. Должны рано или поздно его разменять. Да, пиксель. Делает этот минус, и 1-0 в пользу Тинькофф. Так, экономически сразу от РДК. Находит минус по пижамасу. Хороший знак, но пиксель делает размен. Янчик кушает банан. С фармилочкой. Пиксель тем временем кое-как справился с игроком на воде. И Ян смог найти один фраг, но его разменяли. Приходит на помощь Катара, да и добивает. 2-0. Старт опять хороший. Сегодня прям Зонерс Годс. Все карты ведут. С самого начала буквально. Не дают сопернику и шансов. Никто еще с ними не сравнивался в счете. А, ну был момент один раз, когда на Инферно они неудачно начали. Ну, это опустим. Так, что у нас за смычок такой полетел, интересно. Как будто смычок против себя кинул. Софкис ловит рана. Зачем-то запушил смок, мидл. Но тут выходит на размен Катара. Спасает ситуацию. Уже 4 в 2. Остается дефенс. И это 3-0. Это, кажется, 3-0. Либо Лакрик с Пейном сейчас разберутся вдвоем. Но нет, Катара хоронит Пейна. И Катара хоронит Лакрика. А мы с вами переносимся уже непосредственно на четвертый раунд. И это, между прочим, какой-то полубай от команды РТК. Купили два гана, скауты, калаш, приютом, три игрока с пистолетами. Ну, понятное дело, для зоны разгодс это не должно быть проблемой. Здесь 4-0. Нашли уже для себя 4 энтри. Аксиволь последний. Так, и мы ждем новый закуп. Новый закуп. Тут с деньгами проблемы только будут у Пейна и Лакрика. Неприятный Молотов. Немножко ошиблись РТК. Бывает, ничего страшного. Минус от Солфьюза. Это было красиво. А что покажет ран? Ран убивает Аксиволя.
Будет еще минус? Будет минус от пикселя. Лакрик разменивает. 3 в 3 ситуация. Полетела гранатка, какая комбинация. Пиксель убил Пейна. Лакрик и Софкиус 2 в 3 остаются. Слышит Софкиус? Ой-ой-ой. Вырубает соперника. Шанс для РТК на первый раунд. Хороший шанс. Играют 1-1 в зоне Resgods. Но позиции нестандартные. Банан и лодка, то есть... РТК будет не просто зачитать, и в итоге Катара делает минус, надо ему жить максимально долго, 40 хп. Нужно тяжку от тиммейта подождать, но Катара пикает, погибает, ставит пачку лакрик. Нет, пока фейкует, но времени, время на исходе, а тут пиксель с мида приходит и все-таки пятый забирает. Да, вот так вот, 5-0. Я уж понадеялся, что РТК один заберут сейчас, первый свой раунд. Но сейчас снова денежки появляются, можно закупиться. Стараться взять еще один. Аксиол падает. Тут уже включается ран со своим по 90. Но его наказывает Софкиус. Кстати, Лакрик очень хороший минус делает. Выбивает здесь пикселя и перестреливает еще и Skyflow. Оппонента. Не, ребята, ну тут... Тут 5-1. Зонерс Гос немножко попыли. Бывает. Сэвит Авик Ян, ну и мы переносимся с вами на 7-й раунд, где уже будет полноценный закуп от защиты. Так, новый бай. Под Б у нас контакт. Пиксель двоих убивает с коннектора. Далеко находится он над остальных соперников сейчас. У нас тут на миду эпицентр их действий. Пока что перестреливает Лакрик Яна. И Лакрик разменивает еще тиммейта своего. 1 в 2 остался, хп мало, 33 всего. Пиксель должен убивать. Да. 6-1. 6-1. Надо... Не знаю, за КТ вообще достаточно для победы где-то раундов 7-8. Но у меня ощущение, что Зонерс Годс прям выиграет ее плюс-минус там 11-4, может быть 10-5.
Разменчик под Б. Ой-ой-ой, Сопсквиз еще забирает пижамас. Ставит пачку лакрик. Пиксель с палосов. Ай, ХДшка неприятная. Лакри перестреливает Котара. Ян разменивает, еще минус делает по Пейну. И 1 в 2 ситуация. Мне кажется, Ян не берет этот клатч, хотя хэдшот по лакрику ставит, идет дальше. Ян забирает! Вот это, конечно, он меня прокинул, с моим мнением. 7-1. На релоуде последнего поймал красиво. Авик сейвит, бомбу дефает. Ну, Ян из... Ян АКС просто замечательный. Замечательный игрок. 1 в 2 забрал. Я, честно говоря, не совсем верил. Девятый раунд. И врыв сразу на мидл сквозь смог. Вот это да. А сколько сейчас инфы пикси соберет? Ё-моё. И тут под Б пока что Ян справляется с авиком. Пижамас убивает также Скайфлоу. Ян убивает еще и третьего. Нет, у Яна два минуса. Но... в общем-то, с авика классно попадает. 5 в 0 буквально закрыли Зонерс Годс прошлый раунд. И где же ресет у команды РТК? Постоянные закупы. Лоши, скауты, пистолеты. Одни баи показывают нам. На виду контакт. Был шанс у Скайфлоу хорошо попасть, но тут уже Ян ИКС наказывает. Пиксель вырубает Пейна, Катару вырубает Софьюза, и это 10-й, нет, пока что 9-й. У нас 10-й раунд на экранах, но Зоннерс Гос берут 9-й только. Да хотя, может быть, и 10-й возьмут. Опа, подзатыльничек от Катара по своему тиммейту, и дальше минус по Оксиволу. Пейн на миду сразу убивает Яна. Хорошие новости, наконец, для команды РТК. Ой-ой-ой, Аран там как мутится-то. Возле него Оксивол спрятался, ребята. Уран опасности, но тут Пиксель. Врыв на мидл. Минус 3 от Пикселя. Вот это да. Рана все-таки убили на банане. На Б прошли РТК. Но вот в чем беда. Бомбы нет. Пиксель всех забрал. И тут минус 2. Пиксель делает это эйс. Это эйс от Пикселя, ребят. 10-1. Очень классно. Четыре раунда до конца. Ну и, естественно, Зонерс Год стремятся к своему максимуму. Это 14-1. А команде РТК надо как можно быстрее сделать камбэк. Там Пейн из бэк. Тиммейта своего убил. Ё-моё. Кутаро открывается, убивает Скайфлоу. Ну и все. Одиннадцать один. Так, новый раунд, новый раунд. Чем нас тут команду удивят? Пока что Пейн убивает моликом. Рано. Минус от пикселей Яна в ответ. 4 в 3. Становится ситуация.
Ну и все-таки 12-й. Хотя пачку стоит признать, поставил на Берлакерик, экономику немножко поднял своей команде. На хороший закуп хватит денег. Два раунда до конца у нас. Или половины. Аксивол убивает пижамаса. Там также минус от совки забыл. Сделан. Ну вот он шанс. Вот он шанс огромный. 12-2 сделать счет. Воспользуется ли им РТК по полной? Пока что одного потеряли, но это не страшно. 2 в 4 раунд продолжается. Йо-хо-хо. Ян, 3 минуса, и в сумме 4, и Пиксель также последнего убил. Все-таки свою серию Зонерс Глотс продолжают. Угадали с выходом на Б. Мне жалко РТК, ребят, 5-2 проиграли раунд, это очень обидно было, наверное. Ну что уж поделать, что уж поделать. Последний раунд перед сменой сторон. Пиксель убивает первого, бежал второго. Тут размен на банане. И также на миду перестрелки. Со скауту пока не очень хорошо получается у Пейн из бэка. Ран тем временем просто на ноге пушит апленд. Ну, видимо, инфа уже есть по всем. Ян убивает Пейна. Падает под коннектор. Софкинс остался на банане. И здесь Аксивол работает, но размен от Яна. Все, ребят, 14-1. Мега-мега разгромная половина получилась у нас на второй карте. Ну и остается только 2 раунда до того, чтобы 2-0 закрыть команде Зонерс Год своих соперников. Статистика у вас на экранах, давайте еще раз покажу. 21 на 6 у Яна, 23 на 6 Пиксель играет. Короче, все молодцы. Только гитар. Ой, только ран. Ран гитар мэн не может выйти в единичку КД, но бывает. Бывает такое, ничего страшного. Так. Так. У нас уже начинается пистол раунд. Смотрим. Первые минусы. Скайфлоу вырубает Яна. Только надо поменять нам еще местами команды сейчас на один раунд. Оп. Смотрим, значит. Два размена от Катара и Пикселя. Бомба ставится. Пижамус еще находит Аксивола. И это 15-й. Это 15-й, друзья. Пейн и Софкиус остаются вдвоем. С лодки они атакуют, ретейкают, но ничего не получается. Это 14 матчпоинтов. 14. Так, у нас сразу тимкил, ё-моё. За что пижамас-то, друзья? За что? Неприятно очень было. Так, Совкис минус делает. Там размен от Котаро. Котаро еще забирает Лакрика. Серьезные потери несут РТК. 2 в 1 в итоге остаются, и походу все. Конец. 16-1, друзья. Без сюрпризов прошел матч. 16-4, по-моему, или 16-2. 16-2 и 16-1. Закончились две карты.
Три раунда всего лишь смогли отжать на Эшунте и Анубисе. РТК IT Esports у команды Zoners Dogs. Но я думаю, скоро мы будем на интервью выходить. Спасибо большое, что смотрели. Возможно, я еще что-нибудь для вас буду комментировать. Возможно, на этой неделе, возможно, на следующей. Но, в общем, пока что ждите интервью. И потом я еще с вами немножко поговорю. Молодцы, Тинькофф. Хорошо идут. Хорошее продолжение группы. Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me three French hens, two turtle doves and a partridge in a pear tree. Day of Christmas, my true love came. Итак, ребята, у нас в гостях все те же гости, это Ран. А скажи, пожалуйста, как тебя зовут? Алексей. Алексей, очень приятно, меня зовут Саша. Слушай, второй матч без сюрприза прошел, 16-2-16-1, очень классно сыграли. Не обманул с Эншентом, пикнули эту карту и спокойно ее закрыли. Я так посмотрел, на самом деле, у вас в группе особо-то и соперников нет. Таких прям, с которыми вы могли посоревноваться. Разве что только Крок, там парочка игроков имеет 10 уровни. Вот что я хочу сейчас спросить. У тебя, скажем так, не самый высокий уровень игры по сравнению с своими тиммейтами. Но вливаешься... Да нет, я с чего ты это взял? Как ты это определил? Ну просто я опирался на статистику именно по уровням фейста, знаешь... Как будто тиммейты чуть-чуть, может быть, получше играют. Я поэтому хотел спросить... Только если чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Вот я хотел спросить у тебя, все ли у вас хорошо проходит, нет ли каких-то проблем, и отлично ли ты вливаешься в коллектив? Я вообще великолепно вливаюсь в коллектив. Ты посмотри на меня. Ну да, все круто. Отлично. Не знаю, с кем у вас будет следующий матч, на самом деле, но это уже будет на следующей неделе, скорее всего. В принципе, про, наверное, выход из группы я у тебя уже спрашивал. Ты хочешь в финале встретиться с другой командой от компании Тинькофф? Гранд-финале. Да, гранд-финале Золотой Лиги. Да. А вот по индивидуальным достижениям рассчитываешь, может, какой-нибудь MVP получить или что-нибудь такое? Я планирую MVP написать, чтобы он считал. Вот MVP. Написать? Понял. Напоследок, может быть, еще один вопросик такой. Что можешь посоветовать людям, которые не могут найти себе команду? Не знаю, что можно посоветовать человеку, который не может найти себе команду. Искать. Кто ищет, тот найдет. Дорогу осилит идущий. Волков боятся в лес не ходить. Что еще можно написать? Твой железо пока горячо. Какие еще цитаты в поговорке? Понял. Что, ищи команду, продолжай. А с Zoners Gods ты вот давно вообще играешь, тренируешься? Я не тренируюсь и не играю на самом деле. Если не смеяться, то я-то вообще так, затычка на стендыне. Смысл в чем? Я вообще раскрою секрет. Так. Я на самом деле... собираю весь Тинькофф, все команды, и все, да, то есть как бы такой SEO киберспорта в Тинькофф. Ничего себе. Не знаю, там на этом есть на стриме кто-нибудь, может быть, не из Тинькофф, если еще, то вот. Ну вот Пиксель написал, что замена легендарная это.
Да, да, нормально все. Слушай, весело. Классно, классно. И как вообще сложно вот процесс набора игроков? Много ли в CS-очку играют? Слушай, в CS играют много, процесс набора довольно трудоемкий, но как бы какая разница. То есть чем больше времени уделить, тем можно лучше команду подготовить. Угу. Но нужно много времени уделять этому. Ну, составы на самом деле классные получились, то есть результаты есть и все очень круто получается у вас. Ты молодец. Спасибо. Так что... Рад слышать. Респект, респект реально за это. Ну что, получается, удачи дальше проходить турнир на таблице. Не знаю, может быть, ты что-то хочешь еще узнать? Как дела у тебя? Дела? Да как супер. Как жизнь? Супер. Жизнь тоже хорошо. Прокомментировал сейчас две ваших игры. Порадовался. Да. Что... Немножко там печально со второй командой у нас. Там что-то технические проблемы у одного господина произошли. Ну, я надеюсь, сейчас они справятся. С другой командой что там было? Ну, они проиграли, потому что втроем-четвером играли. А, ничего себе. Я не следил, вот так, кстати. Да, да, даже так бывает. Вот такая жизнь. Угу. Как бы нам из сетки в плей-офф на них первыми не вылететь. Да, надо в гранд-финале только встретиться. По-другому никак. Ну, интересно будет. А то как, что такое? Гранд-финал в первом раунде проводить. Ну, что это такое? Ну, конечно. Где это видно, да? Ну что, больше не смейте задерживать. Спасибо большое. Успехов, удачи. Да, вам тоже. Побольше просмотров на стримах. Ну, не без этого. Не без этого. Все, до скорых встреч. Спасибо за интервью. Пока-пока. Итак, друзья, группа C на этом заканчивается. Конкретно на этой трансляции 2-0. Тинькофф выиграли сегодня два своих матча, показали хорошую игру. Ну, а мы встретимся уже с вами, наверное, на следующей неделе. А, возможно, я сейчас подрублю стрим на другом канале, покомментирую для вас еще какой-нибудь BL3. В общем-то, спасибо всем большое, кто смотрел. У микрофона был Хэнди. И всем до скорых встреч!